Этим пожаром список ЧП не исчерпался. Еще одно возгорание произошло на 11-м шелковичном проезде. Здесь огонь охватил частный деревянный дом. На место происшествия приехали 5 пожарных расчетов, полицейские специалисты службы спасения и центра медицины катастроф. Сотрудники ДПС перекрыли для тушения огня улицу Ямлютина. В момент возгорания в доме никого не было. На пульт оперативного дежурного поступила информация по поводу пожара на улице Ямлютина. Значит, по прибытии было обнаружено возгорание 2 домов частного сектора. Пострадавших не было. Одной пациентке была оказана психологическая помощь.